площадь присутствует на вокзале, то есть который пассажир приезжает, он должен не конфликт, то есть не конфликтный, то есть он отсюда приехал, в любую точку уехать, не пересекая проезжие части, дорог и все остальное. Поэтому здесь у нас городской акимат работает, но, знаете, я бы вот так сказал, там проблема, сами хозяева автостанции не хотят, как бы говорить, организоваться, не могут найти взаимопонимание с нашей исполнительной властью. Значит, привокзальная площадь, организация привокзальной площади отвечает городской акимат. Но так как они в свое время приватизировали весь этот комплекс и отгородили как частные территории, там стоянку такси, стоянку легковых машин. То есть на сегодняшний момент, если вокруг нет земли, но это город, они, а для нее это надо, чтобы там соответствовало, допустим, всем стандартам. А она упирается, что найдите ей землю там рядом. Не идет на взаимоконтакты. Извините, вы извините, привокзальная площадь была отдана земля Кушнирову. Вы вводите заблуждение. Нет. Верховный суд признал незаконными действия акимата. Нет, ну хорошо. Ну, сегодняшний момент давайте такое возьмем. Город должен решать эту проблему. Да, я и говорю. А вы говорите, а она в эту проблему. Если взаимопонимание, если она заинтересована. Кто она? Автостанция? Автостанция имеет. Ну, город идет навстречу. Давайте так. Автовокзал. Автостанция Кушнирова. Нет, подождите. Мы там работали. Есть протокол. В течение года каждый день мы занимаемся. Мы знаем. Поэтому, если надо, давайте я вам приходите, я вам объясню. Если, например, если бы я там работал, как то вот этот хозяин автовокзала, и мне надо это привокзальные площадь, если, допустим, ну хорошо, кто не ошибается, будем так говорить, отдали эту привокзальную площадь, но сейчас, в данный момент, нет. В законе написано, местная исполнительная власть отвечает за привокзальную площадь. Хорошо, все, нет, подождите, я понимаю, меня просто заинтересовано, чтобы был там привокзальная площадь. Но вы подождите, вы слушайте. Если хотите, хорошо. То слушайте. Не будете у меня на каждом предложении перебивать. Пожалуйста, перебивайте. Тогда у нас диалог не получится. Я вам говорю. Будем говорить. Суд Верховный отменил, новые судебные это идут инстанции. Но на сегодняшний момент, там, я как специалист, говорю, там для автобусов нашли даже вот эту землю пока пусть Кушниров, пусть они судятся, выясняют отношения, кто прав, кто нет. Но на сегодняшний момент, если я заинтересованное лицо и хочу, чтобы моя автостанция отвечала стандартам, тот же, где она шлагбаум поставила, где она там шлагбаум поставила, и не пускает, она пустует, не пускает вообще машины. Если я заинтересованный, не будет никогда. Если раздор яблок, она никогда не решится, если заинтересованности нету у человека. Там есть дальше, если по автовокзалу, по площади придете, там не столько, вы правильно сказали, проблема в том, что по ошибке там построили второй автовокзал. Хотя не положено там было второй автовокзал. Так он автовокзал сегодня у нас? Он не ведет еще в единый реестр? Нет, он не ведет. Ну, так это автовокзал или что вторая? Ну, сейчас, да, чего вы не хотите? Да? Аудио. Он не должен был быть? Нет, ну он не должен. Ну сейчас оттуда автобус уходит. Так это автостанция? Нет, ну я вам говорю, что она в реестре нету, но автобусы уходят. Да? А это же незаконно, почему не уходят? Ну, пожалуйста, разбирайтесь. Если задаете вопрос, давайте этим заниматься должна. Ну, а не управление. Транспортная инспекция. Это должна. Не в вашем деле, да? Да, это должна транспортная инспекция. То есть транспортная инспекция не разбирается в этом вопросе. Ну, поэтому надо разбираться там. А если я говорю, если надо, и если я на сильно так хотел бы, знаете, на взаимопонимание, можно там конфетку сделать. Извините, вы про логи, она говорите, не
Автовокзал будем так. Если бы хозяин, да будем так, хозяин автовокзала, если бы хотел бы это сделать, давно этот вопрос можно было согласованно с городом решить без проблем. Но город не должен был быть. Я уже спал, да не надо.